Палих. Название этого села привычно ассоциируется с ларцами и шкатулками, брошами и декоративными тарелками. Палих – искусство лаковой миниатюры. Но вот недавно заслуженный художник РСФСР Кукулиев, художники Смирнов и Лопатин завершили не совсем обычную для Палиховской школы работу. Они создали лаковое панно из 20 пластин. Каждая пластина размером 124 на 85 сантиметров. Работа почти монументальная. А тема ее – поэма Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Исключительно палихская, сказочная. Панно будет установлено в Доме науки и техники атомной электростанции города Обнинска.